Сам я родом с острова Скай, хорош собой, но застенчив слегка. Где бы ни был, все кричат давай, Дональд, где же брюки? Пусть ветер дует, мне плевать, я в своем килте пойду гулять. А девчонки вслед кричат опять, Дональд, где же брюки? Как-то отправился я на бал, скользким был пол, я решил, что пропал. Что бы было, когда бы упал, ведь килт на мне, а не брюки. Пусть дует ветер, мне плевать, я в своем килте пойду гулять. Девчонки мне кричат опять, Дональд, где же брюки? Любят девчонки такого меня, но им нелегко меня обуздать. Шотландского горца не пронять фразой, Дональд, где же брюки? В Лондон поехал я потом, чтобы покататься на метро. Но дамочки гнули все одно, Дональд, где же брюки? Дональд, где же брюки? Омен, Медив, возвращайтесь домой. Спасибо тебе, идолам, за то, что присмотрел за ними. Что это за странная песня? Я ее раньше не слышал. Я люблю напевать эту песню своей малышке. Надеюсь, что она когда-нибудь станет петь ее вместе со мной. Это... Мы побывали в Сирии, но, увы, там не осталось живых. Все, кто погубил твой клан, погибли. Разве что некоторые старейшины скрылись от действия Архимонда в другой вселенной. Все же кое-кто выжил. Небольшой, но все-таки бонус. Не думал, что ты останешься жив. Спасибо мастеру, который создал эту броню. Кто ты такой, черт бы тебя побрал?
И что это была за огненная атака? Обычная магия. А ты, я вижу, прежде никогда не сталкивался с ней. Меня зовут Артес. А ты кто такой? Откуда здесь взялся? Младший сержант Харви Бинс. 4-й взвод морской пехоты республиканской армии Терра. Ясно. Ты не из этого мира. Как же ты все-таки попал сюда? Я и моя команда находились на борту корабля Скат-4. Изначальная цель прибытия — планета колонистов Гаантрис 4. Но эскадрилья попала в поезд астероидов. Управление над кораблями было утеряно. Судя по данным, наш скат был отрезан от остальных кораблей гиперпрыжком. Я понял только то, что ты здесь не один. Наша группа под командованием старшего сержанта Рида должна была провести разведку локации. Но нас внезапно атаковал неизвестный противник. Когда я понял, что остался один, я... В общем, мне пришлось покинуть поле боя. То есть бросил раненых умирать? Я бы все равно не смог им помочь. А кому-то надо было выжить. Никакого понятия о чести и отваге. Взвод почищает местность. Мы в полной боевой готовности. Когда начинаем вылет Гантрис-4? Никому не говори, но похоже, что запустить корабль у нас не выйдет. Майор, вы что, ебанутый? Что значит не получится запустить корабль, а? Твою мать, отставить панику, лейтенант! Субординацию тоже никто не отменял. О проблемах с техникой я сам позабочусь. А вы возвращайтесь к постам. Внимание, сосунки. Этот сектор полностью исследован. И значит, нужно организовать здесь лагерь и оборону, пока не поступит сигнал об эвакуации. Не терять бдительность и не расслабляться. Приказ может поступить в любую минуту. Разделиться в сквад по 4 человека и начать установку лагеря. Что-то мне подсказывает, сержант, что поиски пропавшего отряда отменяются. Пропавший отряд сегодня был найден. Живых там не осталось. Они явно издеваются. Сколько мы будем еще торчать на этой планете? Бро, если бы я знал ответ на этот вопрос, то мы бы тут не стояли, уж поверь. Черт, что это? Что? Сигнал маяк с ПДА. Где-то совсем рядом. Серийный номер 43600. Это же из отряда Рида. Доложим главным. Да пошли они. Покажи свои чертовы руки. Это противник, он удерживал меня в плену. Огонь на поражение. Штурман, это Эхо 2.0. Занял позицию на плато. Пока все тихо, как приняли. Вас понял, 2.0. Идет загрузка данных. Эхо 2.0. Судя по всему, вам придется сменить дислокацию. Отставьте эту позицию и перейдите в сектор 2.3. Как слышно, ответьте. Штурман, повторите. Я ничего не знаю об этих секторах. У меня нет топографической карты в ПДА. Охренеть, ну ты юзер. Короче, младший лейтенант, слушаю новые указания. Пропала связь с отрядом Гнита Райли. Не
не сам старший сержант, не стоит его помощником, или даже его ребята не выходят на связь. Нужно выяснить, что произошло с отрядом. Приказ понятен. Райли пропал? Он же вроде лучший из сержантов. И почему именно я должен этим заниматься? Ну ты же любишь у нас всякие паранормальные явления, не так ли? А там нечто подобное? Сперва исчезнут сигналы с радарных бойцов, а потом всех как будто схватило волной, хотя в том участке, где ранее разбил лагерь, не зафиксировано никаких взрывов или еще прочих хрени, так что разберусь с этим.